Ты улыбака. Дядя Капака, а ты улыбака. Не, не видим. Мы прям на нем висим. На камне? На вот этом камне. Вот он. Ого, каменюка, ни хрена себе, сука. Да, и он прям туда, понял. А он ходил, когда я руль начал выворачивать, он еще ходил чуть-чуть. Ну, он пытался ехать. Что, не едет никуда? Да, конечно, не едет, сидим, висим хорошо. А главное, весело. Не, ну как весело? Не всем тут, конечно, весело, есть пассажиры, которым не весело. Верни руля влево, по маслу, ну, и назад? Да. Сигналы произнесите команду меню быстрого вызова. То иди ты. В любой момент после сигнала произнесите... Слышишь? После сигнала произнесите... На, команду. Забери телефон, а то он меня раздражает. Мы должны, знаешь, куда выехать? Сильно взрываешься, Валера. Что, я бампером чиркаю? Конечно. Стой назад. Все, остановись. Ой, все. Не, еще не все. Я ж понял, что... Подожди, дядь. Я понял. Сейчас мы скоро сядем сильно. Да? Ну да. Ну да. Дай хоть камень тот уберу, сейчас бампер разгаться. Давай. Или сам иди убери. Ну да. Так все, ну ладно. А где ты взял лопату? На территории. Я говорю, как машина. Она говорит, это лучше, на чем я ездил. Она тебя за два дня на колени поставила. Ты валил. Какая херня. Все. Я в нее прям мордой упираюсь, ты понял? Да, что? Ну, то же самое, как и там было. Еще один огромный камень. И я в нее мордой просто упираюсь, и поэтому не еду. Мэкап. Ты все равно ж не послушал. Я же тебе говорю, выверни на лево руля. Туда, чтобы хотя бы сюда, чтоб, ну? Чуть-чуть, чтобы мы туда выехали. Смотрите, какие пальцы маленькие! Очень большой. Это лопата, лопата, еще рано. Да я хочу понять, глянь, он глянь какой, он сюда расходится. Он. Это плита какая-то тектоническая. Красиво, она вот здесь уперлась. Не рой, пожалуйста, не зарывайся, Ярик. Останови. Ведь, бери лопату, у меня есть для тебя дело. Правда? Да, можешь глушить, это надолго. А что, стой, иди сюда. Что, помогать? Подожди, говорит, стой. Куда ты его тянешь? Надо вот так вот сюда. Вот. Давай, сейчас я здесь сяду, левой рукой буду помогать. За нами наблюдают, сука. Надо заклеить эту камеру, как знаешь, что эти долбоебы на ноутбуках заклеивают. Вот это заклеить, чтобы за нами не следило. Ты слышал этот звук? Он живнул тебя ставил. Он мою жопу зажевал. Подожди, стой, я туда больше... Стой, сейчас. Да я еще себе подкоблу уже сделал. Ну какая каменюка под нами висит, сука. Тихо. Есть, подожди, давай. Нормально. О, слушай, ну он нам и мешал, если там второго нету. Ну да, да. Что, что, зай, что? Угомонись. Падла. Ну это тупо, конечно. Ну сейчас поедет. Я уже два раза думал, что писать отбою этому в сос, не писать. Вроде поехали. Но далеко не уехали, сука.
Что? Ты недовольна этим всем, дочь? О, дядь, тут тоже какая-то каменюка. Сейчас брыкнется, смотри. Моя дочь никогда не брыкнется. Она просто... Ну я смотрю на нее, скажу, когда лови, ты должен ее ловить, понял? Да йота. Хорошо, что она идет в комплектации с лопатой. Угу. Если бы еще водитель решил. Падает. Падают листья. Сейчас давай, чтобы стрёмно не было. Вот тут посиди. Долби, Тойоту, долби. Вот так. Как вороны. Это. Можно пробовать? Да, шеф. Давай, хватай. И блока заработала. Все, роет. Оп. А что так поздно блока стала работать? Тихо. Прямее руля. Прямее руль. Вот так прямо выезжай. Стоп. Давай, Рой. Отлично. Тапок, гол. Оп, назад, назад. А? Тапок в пол пошел. Ну ладно. Все четко, Зай. Эта машина не едет ни хрена. Отвечаю. Вот давай, попробуем, может, так поедем. О, вот так вот поехал. Алло. А я такая гуляю себе. Вернись, Вазик. Нам подмога прибыла. Ну, уже поздно, мы сами выкопались, между прочим. Но эта машина едет полегче. Видишь, мама батя, съезжает. Думаю, и Варюха внутри. Варю, дай сюда, а! Не цепанула. Ни передом, ни задом.